Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жарнакова представляет мастер-класс «Золотая рыбка» в технике эбру по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Для данного мастер-класса нам понадобится набор для эбру. Он включает в себя краски, раствор, лоток, бумагу и палочку стек. Начинаем с фона. В данной композиции он достаточно темный, поэтому я использую фиолетовый и синий цвета. Капли для такого фона наносятся по всей площади. Когда краска разошлась, необходимо объединить все капли между собой стеком. Плавными движениями, не отрываясь от поверхности раствора. Затем приступаем к самой рыбке. Берем красную краску и наносим две капли на раствор, примерно по центру. Ждем, когда краска разойдется. Затем берем оранжевый и капаем в центр предыдущей капли. Далее берем более светлый оранжевый и проделываем то же самое. Далее берем желтый цвет и зеленый. Теперь необходимо объединить два кружка между собой. Это делается стеком посередине. Необходимо после каждого касания воды вытирать стек салфеткой. Это предотвратит загрязнение рисунка. Далее проводим лучи в центр будущего хвостика. А затем наружу.
Формируем туловище рыбки, не выходя на фон. Затем заводим лучик снизу. Здесь будет формироваться плавничок. Подтягиваем брюшко рыбки, также не выходя на фон. Затем формируем спинной плавник таким же способом, как и хвостик. Лучики внутрь, лучики наружу. В процессе рисования можно постоянно что-то подправлять. Начинаем делать глазик. Для этого берем немного краски на стек и касаемся раствора там, где будет глаз. Здесь нужно быть осторожным, чтобы глаз не разошелся слишком сильно. Затем берем белый цвет, также наносим на кончик стека и попадаем в центр будущего глазика. Затем снова берем темный и формируем зрачок. Далее нужно сформировать ротик. Также берем немного краски на кончик стека. У меня это красные. И вставляем две точки. Аккуратно можно что-то подтянуть, подправить, добавить какой-то дополнительный узор. Но краску больше не добавляем. Золотой рыбке можно сделать корону. Для этого также берем сейчас совсем немного краски на кончик стека. И оставляем три точечки. Затем мы их вытягиваем. Теперь осталось перенести наш рисунок на бумагу. Аккуратно опускаем листок на рисунок. Ой.
и переворачиваем. Вот такая рыбка у нас получилась. Спасибо за просмотр!